В январе 2021 года налоговые органы Московской области приступили к реализации отраслевого проекта Федеральной налоговой службы России «Общественное питание». Инициатива направлена на обеспечение интересов и защиты прав потребителей услуг общепита. Юридические лица и предприниматели обязаны применять онлайн-кассы. Однако опыт контрольной работы показывает, что не все соблюдают требования закона. За нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники предусмотрен штраф.